Мур, привет, друзья, с вами Зверько, и обзор давно заявленного Ханза. Аплодируем, аплодируем, закончили аплодировать. Итак, это убийца с механикой, приближенной к магам, и вот почему. Пассивка. У Ханза вместо маны бурдюк с кровью, и когда рядом умирает крип, Ханза получает 2 капельки, а если умирает герой, то 10 капель, и неважно, союзники это или враги. Эту кровь он использует в поддержке своей ульты, но о ней позже. Первый навык. После 5 ударов Ханза может этим навыком поглотить крипа или моба. За это он получает бафы, соответствующие мобу, и капли крови. Навык очень сильно ускоряет фарм леса, но не очень помогает в бою. Второй навык. Ханза призывает демонические врата на определенную область. Эти врата наносят урон сразу и постепенно в течение времени. Повреждая врагов, они дают Ханза кровь. Еще больше можно получить, если ближе к концу действия встать в центр этих врат. И главная ульта. Ханза выпускает своего внутреннего демона, совершая этим демоном прыжок вперед. По сути, это двойник, у которого работают пассивки предметов, увеличена скорость передвижения и скорость атаки. Кроме того, меняются первые 2 навыка. Первый навык. После 5 ударов вы сможете призвать шипы, которые нанесут урон и пополнят пул крови. Второй навык. Демон прыгает в выбранную область и наносит серию атак по площади, замедляя противника. Повторное нажатие ульты перенесет вас обратно к телу. Все вроде классно, кроме ряда ограничений. Вы ограничены накопленной кровью. Если демона убивают, то тело оглушается на несколько секунд, а после еще и замедляется. Если у вас кончается кровь, то тело притягивает к демону. ХП демона напрямую зависит от ХП тела. А если во время ульты убьют тело, вам конец. Звучит сложно, но это пока не привыкнете. По сути, фармим деньги и кровь в базовом облике, а потом из кустов ультуем и вредим врагам. Довольно любопытный геймплей для убийцы. Пишите в комментарии ваши впечатления. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!